Мирабаджан Рамнасасамас. Мои дорогие, всем большой привет. Ой, девчонки. Короче, вообще столько всего, столько всего. Как у вас дела? Все хорошо? Джану Рамнасасамас. Имисамас. Майдер, халлоу. Ой. Вот у меня сегодня голова с утра кругом. С утра. Я сегодня ничего, девочки, не сделала. Я только сидела, переписывалась по телефону, потому что... Ну, работа у меня по телефону, да, в основном. Не могла оторваться, вы понимаете, время уже 5 часов. 5 часов время я все сидела на этом телефоне. И до сих пор сижу. Это же ужас. Ничего, видео не сняла никакое. Вот сейчас выложу одно видео. Новое. Девочка пишет там мне, не буду говорить имена, там вы все равно видите. Вы что, постоянно выкладываете старые видео? Я постоянно выкладываю старое видео только после нового видео. Первое видео мое всегда новое, девочки. Новое видео. Я вам сказала, когда я не успеваю совсем снимать видео, только тогда, это бывает редко, только тогда у меня и первое, и второе может быть старое. Старое видео, ну, это же мое видео. Какая разница, если я его выложила? Кому не интересно, девочки, не смотрите. Одна моя девочка написала, почему у вас такие длинные видео, типа я уже вас не смотрю из-за того, что у вас длинные видео. Вы знаете, вы не смотрите меня из-за этого. Вы не смотрите меня, потому что просто я вам не нравлюсь. Значит, смотреть вообще не надо. А если... Вам интересен был бы мой канал, вы бы прокрутили то, что вам не интересно, никто вас не заставляет смотреть, и смотрели бы то, что вам интересно, правильно? Я так думаю, девочки, вот напишите мне, я права или нет? Вы же, я же не говорю, смотрите, как я сижу тут на кухне, что-то делаю. Это приставка к моему видео. Девчонки, вы можете его не смотреть. Так как канал у меня меловой, вы можете смотреть только меловое. Прокрутите его. У вас же, наверное, прокручивается, да? Или у вас какой-то, может, телефон, который не можете вы прокрутить или не прокручивается, поэтому так пишите. Не могу понять. И другая тоже подтвердила. Да, типа, это так, да? Девчоночки, милые мои. Вы прокрутите, не надо смотреть. Если я поставила видео 50 минут, я знаю, кто смотрит мои видео по 50 минут. Девочки, которые пишут, и они пишут именно про то, что я говорю в первоначальном видео, где я кашеварю, ну и плюс разговариваю и задаю вопросы, и также отвечаю на ваши вопросы некоторые. Вот, эти девчонки, они смотрят меня полностью, я знаю, и поэтому они пишут там у меня комментарии. Ой, девчонки, в общем, делают борщ лентяйный, знаете, ничего, без зажарки. Зажарив, не хочу ничего зажаривать. Я сегодня супер лентяйка, я ничего не хочу делать. У меня так бывает, потому что вчера я целый день бродила, делала дела, вот целый день. У меня было отварное мясо, девчонки. Ну, что с ним делать? Говядина. Думаю, ну, сделаю я борщ. Ну, что сейчас Маше можно? Маше можно борщ, да. И вообще потихоньку надо уже это все выкидывать, свой жир, да? Халам-балам, короче. И худеть просто. Когда я не ем, я более-менее стройная. Вот как поем, ой, фигура вся округляется, я не знаю. Думаю, господи, вроде съела, вот у меня вот эта проблема. Вроде съела такую небольшую порцию, и у меня прям вот живот становится прям, глобус отдыхает, короче. Да. Ой. Ой, я помню один раз, девчонки, случай такой смешной. Вот у меня так, вот так вот стало. Я не знаю, почему это. Я немножко поем, и у меня живот прям сдувается, да?
хоть что бы я не поел, хоть что, я поем, и у меня такая петрушка. Если я съем одну ложку, у меня так не бывает. Если я съем три ложки, у меня уже такая петрушка бывает. Вот. Это было в Бишкеке. Мы с дочей куда-то собрались. Я говорю, давай поедем, говорю, это на троллейбусе, говорю. А мне интересно, на троллейбусе едешь так, знаете, я раньше, ну, когда на машине ездишь, не знаешь, что куда едет, да, там забываешь вот эти транспортные дела. Я потом уже, когда все продала, это все дело, вот, была без машины. В общем, покушали мы с дочкой плотника, вышли. Этот троллейбус-то подъезжает, ой, а люди-то садятся и садятся, короче, без остановки. Ну и что, Машеньке-то места-то не осталось, там дочери подавно. И вы знаете, у нас, вот, не знаю, вот Бишкек – это такой город, где уважение к старшим не забыто, так могу сказать, вот не забыто. И это у нас воспитание, вот это, да, вот просто молодцы, вот просто молодцы, золото, вот, в общем. Другие вещи не буду там говорить, но вот именно вот это, да, сейчас вот задело, вот это вот говорю, девчонки, вот там обязательно уступят, вы знаете. Вот у нас нету такого, чтобы сидела там какая-то молодая деваха и вот какой-то взрослый там стоял. Ну, я не знаю, сейчас как там, да, может, поменялось, ну, вот... Так не было раньше, хочу это сказать. Сейчас не знаю, сейчас не... Я думаю, что так же. Дай лах молодежи, вот этого вот, как у нас говорят, да, виждан, да, чтобы она, совесть, вот, чтобы встала, уступила место. Потому что мы тоже придем, да, к этому. Ну, то есть, будем тоже совсем старенькие и тяжело будет. Дай лав, чтобы таких, как бы, ну, как, не было, да, такого. Но все равно. Ой, и что, вот на чем-то я остановилась. Села, а у меня живот, я поела дома. Конечно, мы поели, поехали куда-то с дочерью, в общем, по делам по каким-то. Ну, у нас же Аткин чай, девчонки, чай с молоком, сами знаете. А от него живот-то прет прям, я не знаю. Сначала живот, а потом ты, в общем, идешь. Вот, такой чай у нас. Ну, мы его любим. Очень любим. И нам не колышет, в общем, что там торчит у нас. Мы должны его выпить и все, и успокоиться. Вот, это самое главное. А остальное это ерунда. Вот. И девочка такая, ой, садитесь, садитесь. Такая, ну, уступила мне. Ну, девчонки, ну я ж тогда была помоложе. Ну что, а я такая еще, знаете, думаю, а что ты мне уступила? Такая и сижу, знаете, вот я люблю и любила, и люблю посадить доченьку свою на коленки. Всегда я не могу, когда моя дочь стоит, там я сижу, да. Всегда я ей говорю, идем садись на коленки. Всегда. А она нет, нет, да, бывает отникивается, бывает я ее заставлю, там посажу, короче, давай садись. Ну, когда ехать долго. Я ей говорю, слушай, а что это мне уступили это место, я не пойму, говорю, это что, я же что, так старо выгляжу, дочь, говорю. Она говорит, нет, вы просто выглядите, как будто беременная, такая еще. Я говорю, как? Она говорит, ну вот так вот. А я говорю, да ты что? Она говорит, ну, вы смотрели вообще, как у вас живот сейчас, говорит, торчит? Вы знаете, я даже не потом посмотрела, ой, пузо у Маши. Как два арбуза. Я такая думаю, да, так посмотрела, думаю, реально, что-то совсем не то. И вот вы не представляете, которого я смотрю, этот доктор Берг, я его не рекламирую, девчонки, можете, конечно, не смотреть его, я просто его смотрю. И он там, это вот это все он говорит, вы знаете, почему так, да, почему вздутие там даже элементарно живота, когда кушаешь, да, вот раздувает живот. Он так это все тщательно рассказывает, говорит, ну там надо столько всего соблюдать, в общем, чтобы этого всего не было, девчонки.
Я такая думаю, да, бывает же такое. А один раз, это было вот совсем недавно-то, в этом году, девчонки, не в этом, вот в прошлом году, когда я ездила в Бишкек. В общем, когда я была там, такая села в этот, может, эта девочка моя смотрит меня, не знаю, буду очень рада, большой привет тебе. Я просто не помню, как ее звать, девчоночку, такая красивая девочка. Такая, я сижу холодно в капюшоне, такая еще отпустила капюшон, куртка такая на мне теплая, такая, знаете, вот это вот, как она там называется, пуховик, да? И такая сижу, замерзла, еду и тоже. Она такая, а она меня сквозь капюшон увидела, говорит мне, вы же, говорит, блогер Мария Милек, такая еще. Ой, я такая, да, говорю, здравствуйте, ну я-то ее, ну не знаю, она говорит, я ваша подписчица, говорит, я вас всегда смотрю, такая еще, ой, мне так неудобно стало, девчонки, вы не представляете, я говорю, боже, в троллейбусе, и так, и еду такая еще, а я, мне так нравится, а дочка говорит, мама, ну что на троллейбусе, говорит, я говорю, мне интересно, говорю, тихо, спокойно едешь, говорю. Сидишь широко, сидишь, далеко глядишь, в общем. И это случилось там. Ой, и потом домой приехала, дома рассказываю. Я говорю, ой, девочка меня даже сквозь капюшон узнала. А я разговаривала по телефону тогда на турецком языке. Она, наверное, оглянулась. Ну, что это-то она тут на турецком, да, разговаривает. Ну, как-то, наверное, привлекло внимание. И такая... Вы же блогер Мария Милен, такая же. Вы же милоежка такая, ну ой, такая девочка хорошенькая была. Я говорю, да, да, говорю. Ой, говорит, мне так приятно, туда-сюда, в общем, такая еще. А мне зато как было, я чуть сквозь землю не провалилась, если честно, от стыда. Не знаю, так мне неловко было очень. Вот. Так что, мои девчулечки, привет. Если ты меня смотришь, напиши, такая... Будет мне очень приятно. Вот такие дела, девчонки, происходят иногда. Вот так, и, так интересно. А один раз тоже так было. В самолете я летела сюда, в Турцию. Потом мне эта девочка на WhatsApp написала. Кстати, тебе тоже большой привет. На WhatsApp мне пишет. Оказывается, мы летели в одном самолете, а она сидела сзади меня. Ну, я же не видно, что не знаю. И она такая... Мне пишет, говорит, ой, а вы знаете, говорит, мы, говорит, в одном самолете, говорит, прилетели с вами, такая еще. Я говорю, да, она говорит, да, говорит, ну, типа, девочке, может, неудобно было подойти. И она говорит, я вас сразу узнала, говорит, такая еще. Но мне было, ну, честно, приятно, девчонки. Так приятно вообще. Вроде не так у меня много подписчиков, но все равно для меня это очень много. Большое вам спасибо, девчонки, честно, вот. С вашей помощью я испытываю вот такие моменты радости, вот честно. И спасибо вам. И вот она такая тоже мне написала, потом заказывала вроде что-то она мне, или просто написала, я уже не очень помню. Она говорит, вот мы летели с вами в одном самолете, тоже узнала меня. Я говорю, ой, Машенька, блин, ну прям звездочка стала, куда бы деться такая. Дома рассказываю, мамка моя говорит, да ты что? Я говорю, да, ты представляешь, мам, да еще и в троллейбусе, первая, так, которая в троллейбусе узнали меня. Она говорит, ой, ну смотри, видишь как? Я говорю, так, мам, мне так было стыдно, говорю, вообще не знаю, я прям очень мне было стыдно, почти прям до речи потеряла. А потом уже, когда вышла, думаю, а что я, девочки, думаю, надо было вот так ей сказать, надо было так, думаю, отблагодарить ее. Думаю, что она смотрит меня, а потом думаю, может, я ей сказала все-таки. Ой, так растерялась в этот момент. Так что, девчонки, бывают вот такие моменты в моей жизни. Это очень приятно, это, конечно, все за счет вас. Да. Так что я благодарю вас, мои хорошие. Короче, делаю, смотрите, где еще. У меня вот эта штука, она такая удобная, девчонки. Вот это вот, я не знаю, как она называется.
Это мега поварёшка, да, так можно сказать даже. Ее же можно и как поварёшку, там, например, в больших казанах, да, в больших кастрюлях использовать. В общем, такая мега поварёшка, в которой я иногда люблю что-то делать. Я имею в виду кушать, варить. Вот она мне нравится. Также я здесь раньше варила чай с молоком, даже этот наш Аткин-чай. Мне тоже здесь удобно очень это делать. Вот. Как-то так. Девчоночки, вот так вот бывает. Рассказала вам такие маленькие истории из моей уже, это блогерской жизни, да, так скажем. Девочки, не захотела я эту зажарку делать. Ну, вот я сегодня такая лентяйка. Вот я вытащила даже мясо, девочки, куриное, размораживается. У меня там просто рис есть. Это, ну, что борщ, девочки, да он хоть пусть неделю стоит, да, с ним же ничего не будет. Его можно... вообще в морозилку убрать и потом греть и кушать. Я люблю вот это дело, девчонки, потому что я же на улице, ну, делаю вот эти свои дела, работа, отправки у меня, да, карго, вот это все. Домой прихожу, честно, такая уставшая, еще вот эта жара же, она всю энергию забирает. Домой прихожу, когда поем холодный арбуз, честно, я прихожу в себя. И кушать, варить, ну, вот не хочется мне просто. И мне вот удобно вот это вот сделать. Кстати, эти пельмени бы мне еще поплести как-нибудь вместе с вами. У меня закончились уже эти пельмени, вареники. В общем, это все закончилось. Надо это все сделать опять. Поставить в этот холодильник. Хотела еще купить вообще килограмм 3-4, наверное, фарша, чтобы котлетки, в общем, сделать тоже туда же, фрикадельки тоже, вот это все. Потому что это можно лет зимой не делать, девчонки. Зимой нету такого, да? Вот, когда по жаре ходишь там, и чтобы у тебя там энергии не осталось. Нет, зимой такого нету. Устаешь, но не так, как летом. А летом вообще чересчур. Вот это все приготовить, заготовку сделать и оставить в холодильнике, и потом, чтобы, ну, было удобно, да, это, здесь стоять, кашеварить уже быстренько. Вот. Хотела это все сделать. Хотела. Ну, я это сделаю, конечно, но не купила еще фарш, надо купить фарш. А с утра вообще, девчонки, у нас лето. У нас лето, жара, пекло. Утром слегка прохладненько, но я так замерзла сегодня утром, вы не представляете. Я одела свои теплые штаны спортивные. Да, потому что я просто замерзла. Я вообще... утром встала, походила, в общем, лекарство выпила, этот, которое это поднимает, это железо. И ходила и замерзла. Сидела, переписывалась, вот эта купля-продажа. Пошла, от того, что замерзла, пошла, легла, девчонки, под одеяло. Да, под одеяло легла, я не могла согреться. Я лежала 2 часа, я не могла согреться. Я потом... все равно опять мне позвонили, в общем, я уже встала. Думаю, ну ладно, встану. Но у меня сейчас такое состояние, я не хочу ничего делать. У меня здесь целый мешок зелени. Вот целый мешок, вот он стоит здесь, смотрите. Вот это все мне надо, вот даже поднять не могу. В общем, там есть все, и мне надо его, я же все мою, потом в холодильник. Это мне надо все почистить сейчас, помыть. Убрать, здесь посушить немножко, а потом в пакеты положить и в холодильник. Вот. Я в контейнер убирала, это было очень удобно. А сейчас у меня в этих контейнерах больших, ой, чего только нету, и печенье, и сухофрукты, и все на свете, и вафли. В общем, я туда все положила, чтобы аккуратно это лежало, и все равно не хватает. А я же, помните, у меня сколько конфетница-то я была какая? Это все конфеты вот там лежат, вы знаете, я же сейчас не кушаю. Я как не стала есть, не употреблять сахар, я не стала есть конфеты вообще. Вообще. Я не стала есть торт. Вот просто не стала, уже мне не тянет на такое, понимаете? Это из-за того, что я перестала есть сахар, употреблять сахар в чай, в кофе, там, не знаю.
А в прошлый раз я сделала, ну, у меня рис остался тоже, думаю, ну, сделаю-ка я молочко налью, думаю, кашку сделаю и доем этот рис. И что вы думаете, девочки, я же туда немножко сахарочку положила, ну, каша же все-таки. Девочки, я не могла кушать, я не могла, у меня было, знаете, такое ощущение во рту от этого сахара, что вот, как вам сказать, вкус такой, какой-то режущий вкус, у меня как будто язык режет, ну вот что-то такое смешанное, в общем, не прям сильно, но слегка. Вот такое ощущение было на языке, неприятное очень. Я не могла съесть эту кашу, вообще не могла, думаю, зачем я туда вообще положила этот сахар. Думала, в каше я смогу поесть. Нет, я не могу. Это, оказывается, не трудно отказаться от сахара, девчонки. Да. Я сейчас не кушаю. У меня все шоколадки на столе. Целая куча мала лежит. Да. А еще вот эти, которые мои стеклянные такие вот баночки. Полные конфеты лежат тоже. Короче, девчонки, это все у меня куча мала. Вафли, печенье разные. Шоколадные вафли, простые вафли, короче, чего там только нету. Я же сидела, это все лопала, как не знаю кто. Сейчас ничего не хочу. Вот. Кому-то понравились мои баночки? Кто-то мне там написал, девчоночки. Я вам могу отправить. Это, они не совсем дорогие, если честно. Очень удобные, очень. И ложечки могу вам такие же отправить. Можете заказать, куплю, отправлю. Это этот... Ашабахче. Здесь такая марка есть. Все связано со стеклом. Это они выпускают. Хорошие, удобные, девчонки. Ничего такого. Я не люблю вот эти всякие. Вот такие вот есть. Не знаю, вот такие формы там. Крышка, да? Я не люблю. Мне нравится вот просто. Это просто, да. Мне так больше нравится. Все видно, наглядно, что хочешь, достал. А вот эти вот всякие, бывают же там, керамика, да, и там, или еще что-то, не видно. Это меня мучает. Мне надо, чтобы было видно. И также вот эти тоже, они тоже все видны. Видите? Это караджа, ну, это, конечно, немножко подороже, чем вот это, ну, тоже. Зато видно вот это вот. Мне надо вот, чтобы видно было. Там, когда я покупала их, там тоже было вот полностью. Я думаю, нет, не пойдет. Надо, чтобы Маша видела что-то. А, вот. Как-то так. Так что, мои дорогие, кто не хочет смотреть мои видео, где я на кухне вожусь, на улице гуляю, показываю вам, где я бываю, если вам это не интересно, вы это не смотрите. Зачем вы мне это пишете? Даже это, ну, не надо писать. Просто прокрутите там немножечко, а потом посмотрите мой меловой, кому интересно. И все. Мои девочки уже многие так делают, я знаю. Но я знаю, кто меня постоянно смотрит и кто всегда со мной. И они со мной даже вот так вот общаются через комментарии, разговаривают. В общем, мне это очень нравится. Так что всех, девчонки, благодарю. Всех, кто меня смотрит, всем огромное-огромное спасибо. Дай Аллах вам здоровье. Чтобы у вас всегда все было хорошо. Как говорится, давайте будем добрее. А как этот, да, мультфильм? Давайте жить дружно. Вот так вот. Наконец-то прям вот начал тупить. В общем, это дело вот так оставлю. Ну что, увидимся на меловом. Джанварам гюрюшюрюс. Расконы что, да? Яна. А сей кызларым билимки Русиядаки кызларым бишеланы сорыйодур да, һәм дә бераз шикаятлары барды, оны конуштук. Насыл япсак да йи олачак дия. Бәле. Пока-пока. Увидимся. Привет-привет. Как у вас дела? Давайте покушаем. Мерабалар, ассасамус, венесамус. Адир, халу. Крошки. Ассорти. Да? Крошки.
Прям по белкам. Базана. Коку. Я мушу нас. Очень вкусно. Все мои вкусы здесь есть.
Девчонки, запах побелка. Не знаю, после дождя, мокрый подъезд. Вот так попадаются куски такие насыщенные. Супер-супер. Это вообще. Девчонки, было вообще вкусно. Здесь не все куски, я вам так скажу, не все. Некоторые куски супер-супер насыщенные. Вот прям побелка. Не знаю, после дождя, мокрый асфальт. Вот это все вместе. И оно такое насыщенное. О, это вообще. Я вот просто жевала. У меня, может быть, лицо было серьезное, но я была вся во вкусе. Это мои самые любимые вкусы, которые прям я люблю в меле. И люблю только такие мелочки, в которых есть такие вкусы. И чем больше насыщеннее, тем лучше. Больше они вот в мелочках меловое царство оттуда. Очень вкусно. Тады чук взяли. Бадана куку ве. Бели ислак ямурсон расы. Диабилерин. Öyle bir hepsi beraber olan bazen burada tebeşirler var. Hepsi değil. Bazenle. O kadar fazla kokusu var ki hem de o tadı var fazla. Yani süper. Benim en sevdiğim tat. Yani en sevdiğim. Çünkü realno было. Ой, вообще для меня это было наслаждение. Просто, просто. Здесь есть такие кусочки, я не знаю почему, вот есть некоторые, да, когда вот в ассорти лежат, и вот некоторые кусочки, вот они бывают такие насыщенные, прям вот этот вкус, я не знаю, может быть, они со всех берут понемногу этот вкус и приобретают, вот как бы забирают себе или что, я не могу понять. Но это было вкусно, это было очень вкусно. А сейчас, мои дорогие, я пойду на рынок. Хочу купить немножко фруктов. Ну и овощи надо взять. Фрукты хочу взять, чтобы варенье хочу сделать. Сама хочу варенье сделать. Я люблю свое варенье. Ну вот в магазине всегда покупала. Ну вот хочу свое уже. Вот. Ну все. Спасибо вам большое. Это Чикюри Адьюром. Адьюром Сивюром. Мои дорогие, большое спасибо вам всем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мои новые подписчики, добро пожаловать на мой канал. Я очень благодарна, что вы подписались и смотрите меня. Спасибо вам большое. Пишите комментарии. Мне очень приятно их читать. Это прям это отдельная жизнь моя какая-то, знаете. Вот, когда читаешь, так и... Ну, правда, такие более нормальные, да, комментарии, не негативные. Вот, там есть и такие же. Ну, это нормально, в принципе. Это нормально.
Для балансировки такие тоже люди нужны. Вот. Ну все. Пока-пока. Целую вас. Люблю. Дженером. Пером. Бай-бай. Попробуем с большого кусочка откусить, как будет. Какой вкусный. Ух ты, ща. Сушила я его на батарее. Вкус и запах. Запах, не знаю, вкус. Мокрый подъезд. Казаль. Я Мурсон Росе. Шо немле кокусы бар. Хотела сказать, что я сегодня была записана в салон красоты, я не пошла. Из-за того, что я немножко себя неважно чувствовала. Вот. Завтра пойду. Переписали на завтра на 2 часа. Сухой. Сильновато.
Что-то скрипит прям. Так приятно жевать. Такая чумазая. Ну что, хочется почакать.